Днепровская набережная, дом номер 3. 18-этажный кирпичный дом 1982 года постройки. В доме одно парадное. Вход в него в удовлетворительном состоянии, но выглядит неопрятно. Установлен домофон. У дома есть небольшое количество мест для парковки. В пристройке к дому продуктовый супермаркет и отделение банка. Рядом небольшая современная детская площадка, зона отдыха с пляжем на берегу Днепра, небольшой сквер, ресторан. И счастье окон дома открывается живописный вид на мост Патона и правый берег. Дом в удовлетворительном состоянии.